то чувство, когда химия делает чудеса для творчества. Значит, что тут мы видим? Инструкция. Высыпать содержимое в 3-литровую банку и добавить 2 литра воды на весь объем. Либо же на каждый грамм по 100 грамм воды продукта. И получится очень даже хорошая игрушка для детей. Кирусь очень нравится. Ну, как бы взрослым и детям порелаксировать, поиграться можно. Вот такая вот вещь получилась у нас. Да, у нас две пачки. Это у меня вторая пачка. Ты своих использовала все. Чего такие жадные? Идите лучше поиграйтесь. Они такие классные. Ого, еще больше стали прям. Да. Желешки желешками. Прикольно, да? Угу. Возюкаться. Ну как тебе? Класс. Нравится? Угу. На что похоже? Ни на что не похоже, да? Ни на что не похоже, классно только. Зачем ты их ломаешь? Ой. Убежал. Я так и знала. Давай собирать. И вон он возлетел. Да я это вижу, что возле меня. Нравится? Будешь еще делать такое? Да. Аккуратно не рассыпай, хорошо? Угу. Прям такие цветные, красивые. Вот какие. Угу. Эти синие, фиолетовые, розовые. Да.